Уважаемые зрители, просьба слабонервных, беременных и детей выключить этот ролик. Далее будет показана история некоторых собак. Вечером 26 ноября 2022 года в соцсетях появилась информация и жуткие кадры убийства собак. Массового убийства собак. Все это произошло в Астраханской области, Приволжский район. В послеоперационных попонах с отрезанными лапами, органами, выколотыми глазами были вывезены 60 собак. Далее началась проверка в приюте под названием «Экоприют». В этом ролике мы не выдвигаем обвинения. Обвинение должен выдвинуть суд. Мы призываем вас подписать петицию, чтобы об этом узнали все. Сейчас вы сами увидите, как на глазах полиции волонтеры обнаружат в будке мертвую собаку в этом приюте. Собака мертвая. Вы смотрите, в этот приют умерла собака, а под нее уже подготовили пакет. Мертвая собака. Вот они вот эти собака истощена. Заблюдили. Нету состава. Молодой человек. Обратите внимание, полиция. Это приют. Мы не убивали ее. Не успели. Алло. Господи, гореть вам в аду. Я не могу гореть вам в аду. Марина.